Всем привет! Сегодня я расскажу свои отзывы о товаре из магазина Светофор, именно о консервах из этого магазина, о рыбных консервах. В первом видео ссылочка будет здесь, наверное. Я попробовал 5 банок из магазина Светофор. Больше всего мне понравилась сайра за 50 рублей 90 копеек. И остальные банки были достаточно вкусные, кроме вот этой кильки, которая чуть-чуть горчила. Поэтому мне не очень понравилось ее есть, и какие-то не очень приятные эмоции и чувства я получил. Вот, икра ментая была похожа на кашицу, на омлет, вот, который можно намазать на хлеб, но просто так как-то есть ее не очень вкусно было. Ну, не с чем было, чем-то надо было заесть. А сейчас у нас 5 других банок консервных с рыбными консервами, которые мы попробуем. Так, и первое будет это бычки обжаренные в томатном соусе. Стоимость их 27,50. Написано хорошие консервы. Изготовитель компания консервации. Московская область, город Королёв. Состав: рыба, вода, томатная паста, масло, растительный сахар, мука, лук. Так, попробуем эти консервы. Так, дата изготовления 29 августа 2018 года. Если вы какие-то пробовали консервы, вам не понравились, напишите обязательно об этом в комментариях под видео, чтобы другие увидели это и знали, как это отзывы ваши. Чем-то напоминает накильку в томатном соусе, но это бычки. Ой, килька или томатные бычки. Пахнет, даже не могу описать, запах томатной пасты, пахнет бычков здесь. Раз, два больших кусочка и много маленьких. Давайте большой попробуем. Выглядит все красиво достаточно. Эти бычки сладенькие. Сладкий вкус имеет. Вкусные. Вкусные бычки. По сравнению с килькой, я лучше советую купить вот эти бычки. И на хлеб можно там положить, и в какую-то макароны. А вот килька, она горчит. Ну, а стоит на 10 рублей дешевле. 18,90 килька. А бычки 27,50. Так, следующее это шпроты. 24,50 в масле прибалтийские. Мелкие с головой, 150 грамм, изготовитель та же самая компания, как бычки только что были, Московская область, город Королёв, адрес производства: Владимирская область, город Камешково. Состав: копченая рыба, растительное масло, соль, поваренная пищевая. Давным-давно я не ел эти шпроты, вообще шпроты я не ел, давно. Как их открыть сейчас? Такую маленькую баночку. Если вы любите кушать шпроты, напишите, пожалуйста, как вы их подаете, с чем их. Запах пошел. Сейчас откроем быстренько.
Не до конца открылась банка. Щелк. Да что такое-то? Все равно не открылось, ладно. Ладно, придется открывать еще разок. Нет, не получилось мне открыть. А, фак! Все залилось. Этими шпротами одна шпротина вылилась. Бывают такие вот трудности. Как вкусно пахнет прям. Ой, приятный запах. Так, шпрот там, наверное, не видно будет вам. Так, попробуем как-то их съесть. С головой написано, голова отваливается уже. Поэтому одно тело. Так, вроде съедобные шпроты. Соус тут вкусное, масло. Угу. Ой. Очень мягкие шпроты, так вот разваливаются. Кушать можно, съедобные. Чуть-чуть какой-то такой привкус имеет, небольшой. Вот. Все, больше ничего не сказать. Ну, не очень хочется кушать просто так. С хлебом только. Ну, конечно, хочется сравнить с какими-то другими шпротами и посмотреть. Сравнить вкусы. Вот, но вроде каких-то таких сильных отвращений меня не вызвала эта рыба. Следующую перейдем. Сельдь. Стоимость ее 33 рубля 90 копеек. Масса 250 грамм. Изготовитель Русский рыбный мир, Москва. Поселение Щаповское, поселок Курилово, улица Центральная. Состав рыба, масло, растительное, соль и пряности. Сельди. Так, я уже весь в масле в этих консервах. Так, открываем. Дата изготовления 1 марта 2018 года. Почти год назад изготовили эту банку. Срок хранения 24 месяца. 2 года. Ну ладно, слава богу, что 2 года не один. Так, здесь тоже очень много воды, масла, соуса. Где там рыба-то? А вот рыбка есть. Угу. Очень плотно скомпоновано. Сельдь. Попробуем сельдь. Я даже не пробовал такую в консервах сельдь. Пахнет. Пахнет какими-то этими приправами. Впервые я попробовал сельдь, которая не соленая, а вот такая, как обычная рыба. Мягкая, вкусная рыба. Сельдь можно есть. Вкусная. Чем-то напоминает мясо курицы. Так, икра трески. Состав: икра трески, тихоокеанская, соль, масло подсолнечное, рафинированное, консервант Е211. Срок годности
24 месяца. Производитель. Новосибирск. Новосибирск. Новосибирская область. ООС. ПМК СМАК. Стоит 57-50, самая дорогая. А, мента еще был. Тоже 57. Что-то очень дорого. За 57 рублей. Так, дата изготовления 30 октября 2018 года. Достаточно свежая. Так что провалилось уже тут видно. Запах. Не знаю, как описывать запахи. Да, здесь чувствуются такие маленькие шарики, икринки. Икра трески. Ну, есть можно. Не горчит, не перчит. Намазать на хлебушек и спокойно можно есть бутерброд с чаем. Как это еще можно икру использовать, можете написать в комментариях, как вы едите икру. Ну вот если сравнить, допустим, две икры, икра ментая и икра трески, я бы взял икру трески. Потому что икра ментая как-то больше похожа на яичный омлет. По стоимости они одинаковые, за 57-50. Так, и последняя консервная банка осталась. Сардины балтийские с добавлением масла. Так. Состав рыба, масло подсолнечное рафинированное, соль и все. Изготовитель. Компания консервации. Московская область, город Королёв. Производится город Владимирская. А, Владимирская область, город Камешково. В России. Дата 27 августа. Напробовался я всех консервов. Больше всего понравилась мне одна, которую после обзора я буду есть. Это где вот эта сайра. Вкусно, ее можно без всего и не готовить. И ничего не добавлять к ней, ни макарон, ни каких-то каш, ни гречку. Просто взял да поел. Целое готовое блюдо. Так, это... Провалилась крышка. Так, это у нас сардины в масле. Очень много рассола этого масла. Че? Две большие рыбины. Две большие рыбины и одна маленькая. Такая мягонькая. Пахнет как-то. Ну, как пахнет, блин, это самое трудное в обзоре, это описать запах. Чем-то пахнет, вроде не такой не резкий запах. Ладно, пробуем. Рыба мягкая. Мясо вкусное, жуется. Что можно сказать? Что очень вкусненькая рыбка. Можно есть ее и покупать. Стоит она 36, 35,90.
Сардины. Так, подведем итоги за оба видео. Купил я 10 банок консервов из магазина Светофор. И если выбирать на мой вкус, я бы, конечно, взял, как уже говорил, эту сардину, как готовое блюдо, за 50 рублей, 60 копеек, до 50 рублей, 90 копеек, и ел бы, как отдельное блюдо. Остальные консервные банки с рыбой можно есть, достаточно съедобные, вкусные. Но вот это, где? Вот эту кильку я бы не стал покупать, потому что она горчит. Вот такой вот обзор получился. Если вам было это интересно и полезно, ставьте лайки под видео и пишите комментарии, что вы еще хотите увидеть на обзоре. И из каких магазинов можно тоже написать. Из всех магазинов попробую Магнит, Пятерочка, Светофор. Это был канал Обзор Цен. Всем пока. Увидимся в новых видео.